Как ждали люди двоек пятерку, ожидали серьезный взрыв. Но пространство — это небесная сборка. Это еще не взрыв, а только нарыв. Прежде всего, это нарыв в духе. Власть исключает завтра. Она не хочет разобраться глубже. В чем же, наконец, правда? Люди ожидают мирового потопа. Материальное — это продолжение духа. Власть рассказывает сказки Эзопа. Люди отключили от восприятия слух. Одни говорят, другие не слышат. Каждый видит свою картину. Только Бог сверху видит и слышит. Надо срочно убрать с планеты Тину. Сражение, как всегда, под ковром. Это политическая технология. Планета на две части разделена рвом. Разделяй и властвуй, идеология. Эти пять двоек — это предупреждение. Мир не соединить клеем. Нужно людей изменить убеждения. Нужно душу помазать елеем. Сначала лишь предупреждение. После последнего ждите взрыв. Будет неуправляемое движение. Предтеча планетарной коры разрыв. Вся энергия прорвется наружу. Не спастись уже никому. Человек напрасно тьму слушает. Он должен верить отцу своему. Повторяю, пять двоек — напоминание, что прошлому приходит конец. Люди обречены на скитание или на погребальный венец. Процесс разрушения в тонком плане, в материальном — это гибель людей. Уже говорил, что вы у тьмы на заклании. Изменение мира станет только быстрее. Новые вибрации создают дискомфорт. Люди чувствуют недомогание. Жизнь в это время совсем не комфорт. Тьма власти уничтожить людей дала задание. Тьма требует увеличить скорость порабощения. Создать в духе условия паралича. Надо всех людей убрать без исключения. Предварительно всех обезличить. Цифровизация — это начало конца. Полный или тотальный контроль. Тьма тоже готовит своего гонца. У людей остается рабская роль. Пять двоек — это духовный лифт вниз. Еще не ад, но очень похоже. Человечество пало ниц. Для Руси сценарий такой невозможен. Пять двоек — это предупреждение не природы, а самого Бога. На небе принято уже решение. Печального не стоит ожидать итога. Пять двоек будут преследовать всех и каждого человека. Надо сценарию Бога вам следовать. Тогда не окончится цивилизация в этом веке. Аминь. Отец Абсолют. 22 февраля 2021 года. Катрен, пять двоек — это предупреждение.